Здравствуйте. Приготовлю вкуснейшую свиную лопатку и ребрышки. Начну с лопатки. 1 килограмм уже помытой свиной лопатки сейчас замариную в специях. Из специй я буду использовать чайную ложку хмели-сунели, копченую молотую паприку, приправу карри, молотый кориандр и пол чайной ложки черного перца. Соль уже есть в составе приправы хмели-сунели, поэтому дополнительно солить не буду. Сначала хорошо обсыпаю специями весь кусок, а затем уже хорошо втираю руками в кусок специи. Вот и все. Теперь очередь для ребрышек. Делаю ту же самую процедуру с ребрышками. Все просто. Готово. А теперь заверну куски в фольгу и поставлю мариноваться в холодильник на сутки. Прошли сутки. Мясо замариновалось отлично. Теперь на противень немного растительного масла. Укладываю лопатку и ребрышки. Еще я добавил немного вот этого говяжьего жира. Так будет намного вкуснее. А дальше накрываю противень фольгой. Ставлю в разогретую духовку до 180 градусов на 1 час 40 минут. Истекло время. Чтоб мясо получилось очень вкусным, я сейчас уберу фольгу. И полью сверху все мясо вытопившимся жиром. А затем снова поставлю в духовку для образования хорошей вкусной корочки. Теперь ставлю еще на 20 минут при той же температуре. Вот и все готово. Аромат фантастический. Посмотрите, какой хороший цвет получился. Супер! Давайте поставим этой красоте лайк. Знали бы вы, какой сейчас тут аромат. Цвет мяса получился шикарный. Сейчас разрежу и увидите, как хорошо все внутри пропеклось. Мясо лопатки мягкое, сочное, супер ароматное. Друзья, мясо получилось супер вкусное. А ребрышки получились также очень сочные и мягкие. Мясо легко отходит от кости. Обмакивая мясо в этом вкусном соку, вкус получается нереально вкусным. Такое вкусное мясное блюдо готовится, как вы видели, очень и очень просто. Приготовьте так, и вы останетесь очень довольны этим невероятно вкусным и сочным мясом. Надеюсь, вам понравилось. Готовьте вкусно. А также подписывайтесь на мой канал. Жмите палец вверх. Этим действием вы поможете ролику продвинуться выше, и тогда его больше людей сможет увидеть. Желаю вам всего доброго. С вами был канал «Скромная жизнь». До новых встреч! Yeah.